Поклонники исполнителя Эдна Балана и Тины Король устроили онлайн-потасовку, поссорившись прямо под новой фотографией на странице артиста. Началось все с того, что исполнительница у себя в Инстаграм запостила юмористическое видео, в котором она будто бы нечаянно ударяется головой о двери. После этого в своем аккаунте Балан поделился мимом роликов, задавшись вопросом, а можно ли познавать мир, не выходя за двери. Поклонники и исполнителя решили связать эту публикацию с постом «Король». В результате дискуссии начался скандал. Как сообщает Плиткар со ссылкой на Shaurdream.org, поклонники разделились на два лагеря. Кто-то продолжает сватать Тину и Дна, в то время, как другие выступают против этого. Многие уверены, что отношения между артистами надуманные, и хватит пиарить эту тему. Тина как-то с дверями не дружит, лучше не выходить никуда. Держите свое счастье под замком, она тут ни при чем. Угомоните свое воображение, это придуманные небылицы и бредовые идеи, уже надоело, никто ничего не придумывает. Тина выставила видео про дверь, Дан продолжил тему, когда закроют эту психбольницу, спорят друг с другом поклонники артистов. Напомним, ранее Дан Балан решил прокомментировать заявление продюсера «Голос Крани». Молдавский исполнитель и тренер «Голоса Крани» Дан Балан решил прокомментировать слухи о своем романе с Тиной Король. Началось все с того, что продюсер вокального проекта заявил, что отношения между Король и Баланом были синтетическими.